Так, Дарина. 2, 2, 2. Так, кто следующий? Анька. Аня. Ну, ладно. 3, 2, 2. О, Виктор Олегович, вы уже здесь. Привет, Вить. Аня. Что? Виктор Олегович. Здрасте. О, пришли двоечники. Ну, сейчас я вам озвучу ваши оценочки. Дарина. 2, 2, 2. И прошу заметить, это только начало учебного года. Потом Аня, 3, 2, 2. Вас это устраивает? Витя, в смысле мне 3? Я вот возле карты стояла, отвечала тебе. Я старалась целый учебный год, почему у меня стоит 3? Я недовольна своими оценками. Вить, логично, нас эти оценки не устраивают. Ну давай так, если быть по-честному, ты нам эти оценки занизил. Тем более, ты не мог нам ставить оценки, поэтому эти оценки просто-напросто не засчитают. В смысле я не имею права ставить оценки? Вы что, вообще уже окупели? У меня вообще-то разрешение от директора есть. И он мне добровольно его дал. И если вы будете со мной так разговаривать, я не то что вам двойки понаставляю, я вам единицы понаставляю. Тю, доставь нам какие угодно оценки. Хоть единицы, двойки, тройки. Вообще все равно. Теперь будет преподавать Валентина Ивановна, и она нам оценки будет повышать, не то что ты. Витя, если правда, зачем ты их нам выставил? Какие у вас знания, такие оценки. А что касается Валентины Ивановны, так она, ну я сомневаюсь, что она будет преподавать. Она вообще кукухой поехала, короче, больная стала. И вообще она не вернется, я уверен. Витя, я, конечно, рада, что ты у нас преподаешь, но оценки ставь чуть-чуть выше. Ну, пришел, сидит. Где Валентина Ивановна? Анька, привет. Привет. И что ты вообще Анатолия моего забрал, пока я стула в кухоне, а? В смысле твой Анатолий? Анатолий вообще-то мой. Давай садись на место, вообще-то уже урок начался. Итак, Дима. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. Я переиграл тебя. Дим, ну ты чего? Витя, наоборот, лучше для нас хочет. Это, как сказать, мотивация, чтобы у нас были лучшие оценки. Аня, ты дурочка? Нет. Он вообще говорит, что он будет директором этой школы. Главшу, слушай, сними. Так. Витя, а что ты там говорил, какая тема должна быть? О, Анька молодец. Видно, что есть желание учиться. Хорошо, выходи к доске и записывай тему урока. Что же мы придумаем? Криптовалюты. И расскажи, что такое биткоины, лайткоины и все остальное. Что ты вообще знаешь про криптовалюту? Витя, да я абсолютно ничего не знаю про вот эти вот биткоины, как ты там еще сказал, лайткоины, вообще не знаю, что это такое. Я, блин, не разбираюсь в этом. Вот Диму позови, а че сразу я? Давай, ты доски. Ладно, если ты так сильно хочешь, я пойду. Так, записывай быстрее. Криптовалюта. Ну, криптовалюта пиши. Аня, что это все? Я вообще-то тебя попросил назвать, какие ты криптовалюты знаешь. Что такое биткоин рассказать? Как он появился? И вообще, что такое майнинговая система? Ну, расскажи хоть что-нибудь. Я... ничего не знаю, но я сейчас попытаюсь что-то тебе рассказать. Смотри, биткоин, что это такое? Ну, оно связано с деньгами, это точно, это 100%. Я не знаю, может какие-то вложения. Я, честно, не знаю, я не знаю термин этого слова, я ничего не знаю, но я сейчас попытаюсь тебе что-то объяснить. Вообще, я не знаю, что такое криптовалюта, я не знаю, что такое биткоин. Как ты там сказала, какие-то системы. Давай я тебе нарисую систему, смотри. Смотри, ну, я думаю, ну, правильно же, я, ну, старалась, я, ну, нарисовала уже тебе вообще систему эту, ты просто ее еще не знаешь, а я, у меня дедушка с деньгами, короче, с системами вот этими вот всеми, вот, и он, ну, блин, ну, представляешь, он ее только что придумал, у меня здесь наушник просто стоит, и он мне сказал, вот, ну, нарисуй, покажи свои знания, я показала и отстояла то, что я знаю все про криптовалюту, биткоин и систему. Ну как тебе, Витя? Значит так, Анна,
я ничего не понял про твою криптовалюту и то, что связано с твоей системой. Я такого вообще никогда не видел. Лучше мне расскажи про дедушку. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. У него что, много денег? У него очень много денег. Он самый богатый. Серьезно? Даже знаю пароль от его сейфа. Пароль от сейфа. А где он живет, твой дедушка? Там, в Южной Зеландии живет. Аня, пошла на место, быстро. Почему? Стой. Два. Нет, стой, подожди. Я ж не надо, что он живет... Вот когда дедушка переедет, тогда и поговорим. Садись на место. Не два, а один. Разочаровала меня. Аня, молодец, развела его. Виктор Олегович, если вы не знали, Южной Зеландии не существует. Твоих мозгов, Дарина, тоже не существует. Так, все, вышла к доске и зарисовывай мне майнинговую систему. Из чего она состоит, как она работает и что входит в саму майнинговую систему. Иди, я все это знаю. Ну давай, иди. Да, сейчас вы такое услышите. Ну, в общем, вот это вот твоя, ну, не твоя, моей бабушки. Майнинговая система, это пошло от слова money. Ну, деньги любят все, особенно я, моя бабушка, моя семья. Так вот, я решила сделать. Так, ну что вы смеетесь? Это не смешно. Виктор Олегович, я вам серьезно говорю. А если вы мне вообще поставите еще хорошую оценку, я вам такое расскажу. Ой, вы даже не поверите. Я вам даже докажу, вы поедете со мной, я вам все расскажу и покажу. Ну, получается, она там что-то сидела дома. Так вот, она готовила пирожки, и тут ей вдруг в голову пришла идея создать майнинговую систему. Ого! Ну, знаешь, первый раз у нее не совсем получилось. Второй раз, в принципе, тоже. И что случилось первый раз? Ну, там, ой, как долго, Эссель, поставь хорошую оценку, расскажу все в подробности. А в третий раз, папа, и все вышло. И вот теперь... До сих пор существует майнинговая система. И люди пользуются, никто не знает, что ты даешь бабушке. Вот. А вот теперь ты сам, Виктор Олегович, знаешь, кто это придумал. И все идет это по наследству. Потом это все отдастся мне. И там, ну если что, там за хорошие оценочки. Мани-мани. И все будет супер у тебя и у меня. Так, стоп, Дарина. Ты вообще знаешь, где деньги бабушки лежат или нет? Конечно, знаю. У меня на карте. А, на карте? Дарина, хочешь хорошую оценку? Подойди сюда. Да-да. Это, дай-ка телефончик свой. Так, Face ID, да? Да. Вот. О! Ну-ка посмотрим. 3 миллиона гривен. 3 миллиона 50 копеек? Дарина, ты что, издеваешься? Доллар. Даже 3 доллара это очень мало. Вали давай на место. Один. Да, впрочем, ничего не изменилось. Нет, на. Не аттестованная. На. Мы, Паша, так классно погуляли. Да вообще отлично было. Скажи, всем привет. Паша, привет. А тетя, блин, где? И вам здрасте. Ладно, садитесь на место. Так, Павел. Один. Короче, не аттестован. Верка. 1, 2, 3. Хочешь оценки? Конечно, хочу. Отлично. Какую ты хочешь исправить? 3, 2, 1. Выбирай. Ну, я все хочу исправить. А что мне надо сделать? Ничего не надо сделать. Он вообще не учитель. Так, Паша, это Дарт Вейдер ходящий. Ну, сядь на место. Так, Лерка. Я говорю, Спанч Боб сел на место. Лерка, выходи к доске и расскажи мне, что ты знаешь про криптовалюту. Ну, криптовалюта... Я знаю, там биткоины, там много денег зарабатывается. У меня там папа занимался криптовалютой, там у меня биткоин был один, там потратил. Это, ну, тяжело, все дорого, богато. Это криптовалюта, ну, это достойно. Круто. И что еще ты знаешь? Ну, я не знаю. Тише. Так, я так понял, что ничего ты не знаешь, оценку тебе ставить не за что, можешь садиться на место. Ты мне лучше скажи, Аня, хотя постой, скажи мне, у тебя еще есть этот биткоин? Ну, есть, там в сумке половинка лежит, хочешь, поделюсь? Так я не понял, ты что, биткоины в сумке носишь? Так кого ты решила надурить вообще? Села на место, ты тоже не аттестована, как и твой жених. В сумке, в телефоне у меня лежит, понял?
Молодец, развела его. А, то есть ты хочешь сказать, то, что у тебя есть биткоин, который стоит 64 тысячи долларов, и он лежит у тебя в телефоне? Хорошо. Скажи, какого же он цвета? Ну, у меня розовый биткоин. Ах, розовый у тебя биткоин. А ты вообще знаешь, что это просто, его не существует? Он как бы в телефоне, это электронная такая штука, но его нет. Всем привет. Привет. О, привет, Витек. Здрасте, Виктор Олегович. О, что, сидите тут уже, голубки? Ну сидим и что? А то, что я видел, как Ленка сосалась со старшеклассником. Подтверждаю. В смысле, вы что, совсем сошли в упсин-пупсин, блин? Паша, не слушай их, это неправда, они все врут, блин. Лер, ты мне ничего не хочешь сказать? Я уже все сказала, они врут. Хорошо, тогда кто тебе подарил колечко на указательном пальце? Старшеклассник Епифаний. Что? Какой Епифаний? Его вообще-то Славик звали. Какой еще нафиг Славик? Ты мне сказала, что тебе папа подарил это кольцо. Я тебе говорила, мама мне подарила. Так, тихо, малышня, где вы вообще это увидели? Рассказывайте, что вообще произошло. Так, а ну давай быстро кольца неси сюда, а тоже разберемся. Так, телепузики, сядь по местам. Ладно, а мы еще хотели рассказать, кто Анке подарил сережки. Старшеклассник Кеша. Какой Кеша? Ты идиот? Мне не кажется, мама подарила. Да, конечно. Придурок. Так, Лера, давай кольца на стол, Аня, давай сережки на стол. Я сам проведу расследование и выясню, кто кому и что дарил. Ну, началось, господи, врет и не краснеет. Девочки, ничего не несите, он сейчас пойдет в ломбард, все сдаст, и девочка будет какие-то непонятные подарки дарить в виде презерватива. Да, Витя? А ты откуда узнал? Точнее, откуда это вообще такая информация? Чтоб я вот эти контрацептивы покупал? Да никогда. Какие вообще девочки? У меня много дел вообще-то. Так, Лерка, давай неси уже сюда. Давай, давай, неси, пусть проведет расследование. Узнаем там, что там за Епифаний, блин. Я тебе сказала, никаких Епифаний не было. А кто? Что это подарил? Мама, я тебе сказала. Мама, славишь? Давай, иди. Может, одного? Так, давай. Одного хватит? Дай руку, я тебе покажу, как одного хватит. Вот одно, второе. Ты ненормально больно, не снимай. Да зачем тебе эти пальцы тут? Ой, палец немного оторвал. Давай, снимай. Больно, ну дай я сама. Тебе новый купим. Я сама. Да палец не купишь, дай сама уже. Да куплю я тебе палец. Дай я сниму. Да я сниму. Фу. Опа, снялось. Так, вот это колечко очень красивое. Опс. Вот это колечко. Оп. Фокус нету. Колечко. Вот это колечко. Так, короче, я приду домой, мне нужно будет провести расследование, все-таки золото это не золото, а тогда уже решу, что с этим всем делать. В смысле дома? Тут проводи, блин. Да пусть он забирает эти кольца, это же жалко, зато расследование проведет. Какое расследование? Ты вообще не понимаешь, что эти кольца он просто хочет забрать себе и все. Да нужны ему твои кольца, блин, он просто хочет расследование провести. Да, ты его видишь, блин. Как хорошо, что мне никто ничего не дарил. В смысле не дарил? А золотое брошье и два кольца, кто тебе подарил? Дим, ты помолчать можешь? Он мне ничего не дарил, как придешь, это в голову. Димон, красавчик, может Анатолий у тебя пару дней так и поживет? О, ура! Так, Дарина, мне вот твое сердечко, если честно, не нравится, оно, наверное, маловастое и вообще там... Конечно, не нравится. Вес маленький, я за него ничего не получу, точнее, я не проведу расследование. Давай, тащи вот эти колечки красивенькие, я буду вести расследование, там, все проверю как-то. Ага, сейчас, ничего я тебе нести не буду. О, Даринка, хочешь, я тогда не буду забирать твои колечки, я просто покажу тебе фокус, очень интересный фокус, у тебя два колечка, остань целых 4. Что, правда? И все 4 станут золотыми? Дарин, ты что, дура? Он у тебя все кольца заберет. Дарин, иди, неси быстрее кольца. Все, сейчас она принесет, Вить. Давай быстрее, там оно тоже. Реально станет 4 золотых кольца? Вот смотри, сколько здесь колечек, считай. Раз. Раз. Два. Три. У тебя там сколько? Два. Смотри, берем одно колечко, оно пока не надо нам. Это для магии, для фокуса надо. Смотри, видишь колечко? Да, аккуратно. Там, ну, понятное дело, да, настоящее? Да, конечно. Честно? Конечно, ты что? Показываю фокус, видишь? Да. Смотри, берем. Угу. В этой руке? Да. Нету, я за ушко. Раз. Да. А сейчас? За этим. Сейчас 4 получится. Оп! Угу. Видишь? Да. Готово? Раз, два, три. Где? Даже в этой руке? Тут 4 колечка. Блин, исчезло, Дарин. За ухом? А, у тебя за ухом! Да, ну, не получился фокус, но ты не расстраивайся. Лео, кольца!
кольца давай! В следующий раз получится! Ну, тебе понравилось? Нет, кольца давай! Верни кольца! $100. Чё ты шо? Это не я, это что магия сработала. Какие $100? Дай мне кольца золотые. Это еще по скидке. Мне эти кольца подарили, ёкалы-мене. Гони, давай. Так, гони, все, держи. Вот. Ну, объяснишь как-то родителям, там, не знаю, парню, там, это. Так, все, давай. Вау, офигеть, я тоже так хочу. Может, у тебя с моим получится? У меня вон тоже есть кольцо. Мне Валентина Ивановна его подарила. Дурочка, тебе никто ничего не даст. Заткнитесь, у него все получится. Ой, как хорошо, подходи. Сейчас. Давай свое колечко. Ну ладно, держи. Смотри, красивенько, кстати, это же да. Бриллианты. Я не знаю, но, наверное. Да, смотри, одно колечко у нас есть. Мы берем. Оп-оп-оп. Опа! Ой, три давай, колечка. Одевай. Круто, да? Да! Теперь еще один фокус. Делаем вот так вот. Одно колечко. Берем вот это колечко, то есть. Ребят, все видите? Беру колечко, никаких аферических там этих. Просто беру колечко. Показываю. Где? За ушко. Опа, колечко. Я хочу еще. Я могу тебе сорта его достать. Хочешь? А такое возможно. Возможно. Опять нету. Открой рот. А это что? Что это такое? Колечко, правильно. Еще раз, последний раз фокус. Ну, этот фокус точно получится. В какой руке? Не знаю, давай. Неправильно. А где? Ладно, вот твое колечко, ладно. Покажу тебе фокус, хорошо. Вот, видишь, колечко есть? Угу. Делаю так ручки. Угу. Вот, взял ручки, ну, то есть оно здесь. Угу. Приложи два пальца. Да не так. Я знаю, этот фокус вроде был, вот, да? Вот колечко твое, видишь? Угу. Все, приложи два пальца. А как? Вот так вот, два пальца ложи. Вот так вот? Да не так, ну просто вот ровно. Вот так вот? Ровно так пальцы положи. Вот так? Да. Где? Аня. Вот так вот. Все, давай, Аня, садись на место. Нет. Что нет? Где колец? Там должно быть еще два. Какие два? Ну, ты мне одно. Ты мне дала одно. Ты его только что забрала. Он у тебя то во рту, то в ухе. Может, оно там... Я не хочу проверять, Аня, прости. Витя! Где мои кольца? Ребята, вы все видели? Ну, у нее... Ребята, он шарлатан. Хорошо, ладно. Я знаю, как вернуть все твои сережки, кольца. Ой, точнее, сережки, я говорю. Дай мне свои сережки, и я тебе верну и сережек два раза больше, и кольца. Вот, Аня, ты мне веришь? Аня, ты мне веришь? Они не золотые меня. У тебя же еще чувства ко мне остались. У меня медицинские не золотые. Чувства ко мне остались. Ты еще меня любишь? Витя! Аня, смотри мне в глаза! Я смотрю, все. Снимай сережки. Доверься. Доверься. Они не золотые. Зачем тебе золотые? Ладно, доверься мне. Снимай сережки. Я тебе помогу. Хочешь? Ладно. Аккуратненько снимай, там, чтобы не повредить золото. Подожди, уже, наверное, тоже. Да ладно, давай. Держи. Вот раз сережку. Нифига себе. Это что, сапфиры? Вот это заживу. Так, точнее, вот это расследование проведу. Так. Давай. Ты точно? Не обманешь меня? Да нет, конечно, нет. Да ну нет. Хорошо, у нас есть одно это. Да. А где вторая сережка? Витя! У тебя на ухе? Нет. Вот, на ухе нет. Сережка. Это сережка со второй дырки. Две дырки в ухе. Ладно, пропустим этот момент. Хорошо, у нас есть сережка, да? А вторая где? Ладно, подержи. Вот. А хочешь, я тебе погадаю на руке? Нет! Все, давай. Эльники, ели вареники. Аня упала, Витя пропала, колечко у меня, кольца у меня. Все будет у тебя хорошо, трое детей, двое мужей. А еще ты поженишься, полюбишься, у тебя будет все супер. Блин. Все, Аня, ну сядь на место, пожалуйста. Аня, показывай свои места, слова, показывай, где мои кольца, где мои сережки, Витя. Вот, сейчас достану. Ну? Вот. Все, Аня, сядь на место. Да ну? Села на место, я сказал. Сейчас, блин, вообще не аттестованную тебя поставлю. Радуйся тройкам и двойкам. Не, ну как это происходит? Я тебе дала кольцо. Бац, ты сделал их много. Бац, нету. Дарин, все кольца уже давно попали. Вы все дурочки. Как?
дни. Так, ребятки, короче, я хочу кое-что вам сказать. Колечек нету уже. Записываю тему урока криптовалюта. Вот, и я как бы пошел. Валентина Ивановна? Нашлись. Ёлки-иголки, не повезло тебе. Валентина Ивановна, здравствуйте. Видите, что такое? Я хотел вам фокус показать. Я вижу, вы уже в классе. Возьмите мой портфель. А теперь посмотрите наверх, на 3 секунды. Буквально на 3 секунды. Видите, еще не начинайте. Раз, два, три. Я не поняла, что происходит в классе?